Всем привет, Петербург, солнечная Италина. Проводи, у нас еще маски не сняли, но на улице можно без масок. Я сейчас иду в магазин в Коповский, не который рядом с моим домом, а в Коп, потому что мне надо было здесь по делам рядом сходить. Вот. Короче, хочу посмотреть, какие там цены, что есть на прилавках. Смотрите, это магазин Коп. Это итальянский магазин, по-моему, я не путаю. Цены там дороже, чем, допустим, вот в Дипью я хожу или в Лидале. Цены чуть повыше здесь. Возможно, это зависит от качества продуктов, но так как я не продуктовый человек, без понятия о качестве продуктов, не знаю. Маску напяливаем. Цветы стоят. Кстати, гвоздики по 3,98. В этой курточке нет карманов, неудобно. Клубника не подорожала, 3,28 она так и стоит. По 2,48. Апельсины, не помню, сколько они были. 2 килограмма, 4,68. Смотрите, ладно, давайте сразу зайдем, наверное, в мучной отдел. Что тут у нас? Все есть. Но самых дешевых нету, вот этих вот зернышек, которые в молоко бросают на завтрак. Так. Здесь у нас макароны и мука. Смотрим. Сахар есть. Сахар у нас по 95 копеек был, так и остался. Мука тоже есть. Мука. По 39 копеек. Вот она. Муки много. Все есть. Это магазин Коп. 39 за муку, это недорого. Я не помню, сколько она была раньше, я не знаю. Но 40 копеек за муку недорого. Может быть, какой-то тип муки, который как бы не это самое. Вот видите, какая-то мука биологическая пропала. И вот та мука пропала, которая по 99 копеек. Это какое-то другое сено, я не знаю, не разбираюсь. А, такая мука осталась. Так, здесь полки. Что-то исчезло, какой-то рис дешевый, наверное, сейчас. Повторяюсь, у меня нет паники, потому что я живу одна, скажем так. Нам с Сашей много не надо. Саша сейчас ходит на практику, она после школы обедает там. Обедает и ужинает. Рожки по 47 копеек есть, макароны по 47 копеек есть. Вот здесь какая-то была паста, вот здесь пасту по 47 разобрали. Все. Какую-то пасту разобрали, видно, которая больше пользуется популярностью, которую чаще всего готовят. Какая-то паста осталась. Мои макарошки любимые. Кстати, вот здесь эти макароны очень дорогие почему-то в этом магазине. Хотя я ем еще мелочи, но я ничего брать не буду, не хочу ничего брать. Так, ну что здесь? Тоже какие-то макарошки исчезли по рубль 10. Видно, тоже которые пользуются популярностью. Это интегральная паста, от которой не поправляешься, скажем так. А так все есть. По 2 рубля он большая. Все. Это магазин Коп. Опять же, если зайти в мой магазин, возможно, там этого не будет. Какие-то шоколадки исчезли. О, мне тоже этим не грешу, мне это не надо. Все остальное есть. Никакого кипиша, в принципе, я бы здесь не заметила. Яйца есть. Кстати, здесь продают сгущенку нашу русскую. Вот она, я хочу ее сегодня. Она дорогая, рубль 25. По-моему, она была, стоила дешевле. Это вот наша сгущенка. Молоко тоже есть. Я не хочу сейчас делать покупки, но, наверное, чай я возьму. У меня есть другая сумка. Достану другую сумку, потому что Света мою сумку от Victoria's Secret забрала. Она была очень удобная, очень легкая. Так. Вещи все у меня дома ее остались. Она без чемодана ехала налегке. Я беру чай Липсон есть. Вот он, Липсон классику. Я его беру. Печенье все есть. Ну, какого-то нет, какое-то есть. Дети выросли, бисквиты, все это я не закупаю. Да. Яйца, ну давайте, я ж уже здесь, уже, наверное, яйца тогда возьму. Рубль 19. Оно, наверное, там треснутое, поэтому одно осталось или как?
Не треснутые они. Ну, эти яйца возьму, раз я уже здесь. Женщина разворачивается. Марасера. Котлеты есть, отбивнушки есть. Рыба. Сколько у нас сейчас дорада стоит? Так и стоила 7,3, 7 рублей. Так она и стоит 7. 7,16, 7,48, 9,18. Ну, в принципе, как я раньше брала за 7, он хорошая рыбешка за 7. Здесь тоже все полным-полно. А по ценам не могу вас скоординировать, потому что я не покупаю мясо. Я вообще его, в принципе, не ем. Если ем, его очень редко ем. На этой неделе прям дала себе этот. Так, сколько у нас сальмон стоит? Не написано. 5,90, да? Или нет? Не могу понять, где цена. Не вижу, девочки, где цена. Не сориентирую. Так, овощи все есть. Фрукты все есть. Сыры все на месте. Я люблю вот такой вот сырок брать по 2,74. У сестры моей сырок еще остался. Я спрашивала, она из холодильника, говорит, только вытащила. Какой из них, не знаю. Ну, можно было бы капусты здесь. Но, бляха-муха, не хочу тащить. Апельсины сегодня возьму себе на вечер. Обожаю апельсины. Даже не знаю, если вот так вот посмотрите по ценам вы. Вот савойская моя капуста по 2,68. По ценам не могу сказать, потому что, опять же говорю, я не столько не набираю, не могу сказать. Яблоки у меня есть, доедать надо. Персики в тот раз взяли вообще никакие, просто. Груши я доела, кстати, можно было бы груш здесь набрать. Наверное, сейчас наберу вот этих красных, пусть лежат, я груши обожаю. И возьму апельсин. Красивущие калы. Просто красивущие. Ну, не буду желать. Нет, полази, сколько стоит. Очень красивые калы. Девочка написала, такие ногти страшно. Когда вы будете делать? Не знаю, сейчас не до ногтей-то. Не знаю, сейчас надо себя в руки взять. 10,98, 11 евро. Очень красивые цветы. Стоят долго. Красиво. Так, хорошо, я взяла апельсины, я взяла. Клубнику я брать не буду. Я взяла апельсины. Из фруктов больше. Я бы такое, конечно, взяла, но тащить, блин, не хочу. Далековато мне в этот магазин ходить, неудобно. Все, я на кассу. Маленькая орхидея карликовая. По 5 евро. Тюльпанчики, вон, по 2 евро. Розочки подарочные. Вариант. Гвоздички. Гвоздички по 3,48, по 4 евро. У меня сколько я гвоздики сажу? Они у меня вот так вот отцветали, и все. Больше никогда не расцветали заново. Каланкоя. Ой, ну это я возьму. Это я возьму, потому что оно цветет уже. Оно, ой. Оно уже просто цветет по 3 евро. Вот такая вот красота. Вот у меня такие были, цвели. Я подарила женщине, и все. Я беру. Это я беру. Мужчине стою, сторожу сумки. Я говорю, вы забыли, говорю, это... Или на кассе мыло. Презо. Ривидерч. Дениенте. Грас. Ривидерч. Говорит, в следующий раз я угощу тебе кофе. Я говорю, спасибо. Мог бы сразу угостить кофе. А я смотрю этот остался. Я же яйца схватила, а яйца... И сейчас думаю, что это одни яйца-то остались. Такого быть не может. И прям мне они достались. Они... поломанный, протекает, на сумку протекло. Ну, такое, сумку это я брошу в стирку. Вот. Уже расплатилась, все. Женщина говорит, давай сюда яйца. Надо, кстати, сюда отнести этот, постирать одеяло Сашина. Это и мои, позже постирать. Она, о, боже, какая красота. Вот такой вот у меня был кактус. Такой. У меня было три таких стручка от него торчало. И я подарила женщине. Летиции подарила. Но я купила, вот они. Это мы тогда покажу. Я говорю, дайте бумагу, сумку-то вытереть. Понимаю, что сумку я не вытру, а мне лучше туда накидать, вот как линзенция воняет. Накидать лучше туда бумаги. Бумаги накидала. Я говорю, а мыло чью? Она, вот и мужчина забыла. Я говорю, какой? Она, я не знаю, какой. Ну, какой мужчина? Выхожу, не могу. Ну, я же не знаю, там машины стоят. Но надо смотреть, кто раньше всех отъезжает. Тот, значит, и мужчина, который был передо мной. Подхожу, говорю, мужчина, вы ничего не забыли? Нет, ничего.
Говорю, давайте я постою, посмотрю. Говорю, вы проверите. Говорю, по-моему, вы мыло на кассе забыли. Нет, не забыл. Говорю, вы передо мной были? Не знаю. Говорю, ну, по-моему, мыло забыли. Брали мыло? Он брал. Говорю, ладно, и хотела уже с сумками опять в магазин идти. Говорю, да я постою, посмотрю. Так, что здесь? Здесь надо заплатить за свет, за газ. Где моя маска? Не помню, когда-то здесь был чей-то магазин. Потом здесь... Не помню, что здесь раньше было. Потом сделали для невест. Свадьба продавали, свадебные платья. Не знаю, мне кажется, это такое место какое-то вообще. Но вот не... То, что вот эти вот лампочки продают, уже как-то удлинители. Там люди к этому привыкли, розетки. А вот это, оно какое-то... Оно, мне кажется, такое место было, никакое. Ну, это так я думаю. Все. Или перевозят, или обанкротился. Без понятия. Так, я все сделала, все заплатила. А, сейчас что я делаю? Я иду домой. У нас как-то тучки. Куда небо так затуманивается. Я сумку оставляю, потому что в этом магазине нет вот этого АПТ-шки, который едят мои коты. Это я телефон. Деньги ложила на телефон, на один, на второй. И что я? Сумку бросаю, зайду в наш магазин, который около моего дома. Мне надо купить им АПТ-шку. Ну, котикам покушать. Видите, рубашка вот эта вот цветная. Здесь карман, я сюда ключи положила от квартиры. Карла говорит, Марина, ты когда ездила в горы, такая красивая была. А что ты, говорит, сейчас не рядишься? Я говорю, куда? А куда ты туда ездила? Я говорю, ну так просто. В машине на дальние расстояния. У меня что это? Я говорю, а что ты так? Марина, ты должна одеваться красиво, как всегда, даже когда спишь. Я говорю, бля, нифига себе. Я всегда красиво одеваюсь. Вещи есть, трусы есть. Два лифчика есть, которые без бретелек. Там, которая девочка, я помню, были комментарии. У меня даже ума не хватает лифон купить. Ходила от пляжного лифона. Да мне дело... Да я просто... У меня в голове нет этой фиксации, там, что нужен какой-то там секретный другой лифон на черешенки на мои. Если бы я даже лифон не одела, никто бы не обратил внимания на мою грудь. В том плане, что просто сосочки видны. И все. Сарделечки выделяются. А так я могла бы спокойно ходить. Я сейчас иду без него. Зачем он нужен, я ему понять. Это женщина, у которого большая грудь. Или грудь, которую надо держать для формы. А я одеваю только, чтобы не было видно эрогенной зоны. И все. Больно глотать начинается. Угу. Ну, чай купила, потому что в том магазине около моего, там нету этого Липсона классического. Купила здесь. Вот, холодильник пустой и ничего не хочется. Картошка дома есть. А, мы масло с вами не посмотрели в этом магазине. Ну ладно, сейчас мой зайдем. У меня картошка есть, масло есть. Куплю сейчас свежих огурцов. И все. Больше мне ничего не надо. Ой, а если бы еще были соленые бочковистые или квашеная капуста, о-о-о! Живи не хочу. Смотрите, как здесь облагородили. Дорожку положили, здесь асфальт сделали. Вот это вот все на солнцепеке. Вот эти лавочки, я не знаю, кто на них будет сидеть. Может быть, вечерами молодежь. Не знаю, видите, для того, чтобы трава выросла под деревьями. Ну, облагодарили. Еще благодарили. Настиралась Италия. Ой, тряпочки висят, боже. И тапочки. Тряпочки, тапочки и коврики. Какая молодец, какая хозяюшка. Они чистые, эти тряпочки. Ты хорошо их постирала? А машинки, да, постираны. Молодец. Молодец. Умничка. Я постельное белье, кстати, не меняла себе. Сашке поменяла, себе нет. На неделе, потому что я все равно как-то на этой неделе сдала. Знаете почему? Эти велики стоят. Бля, я так велик хочу свой. А знаете, почему я свое не меняла? Я же вот это сейчас под, ну, немножко подбаливаю вот эти дни. Я прям чувствую нос такой, знаете, то льется, то сухой. Не поймешь как. Сдал немножко организм от того, что нанылась. Вон она, Пизанская башня. Вот она. Пизанская башня. Так, а что мы так плохо видим? Вот за домами иду. Носок у кого-то упал. У меня тоже носки живут в моей отдельной жизни. Тоже тряпочки у кого-то висят. Молодцы. Окна начистил кто-то на втором этаже. Супер. Сумку оставляю. Кошечка, наверное, вода стояла. Может, девки, я вот что-то теперь думаю, если бежать, куда? Как мне с моряком бежать? Я не знаю, куда его. Капец. Итальянцы на измене меня. Я смотрю с них, что они там
сидите молча, не высовывайтесь, не принимайте никаких решений, не надо ехать на никакие переговоры. Куда он едет, этот Драгу? Не надо никуда ехать. Бля, я их наслушаюсь, другие там еще комментариев начитаюсь, другие. Да, точно, нам не надо никуда ехать. Мы не хотим, мы живем здесь, как и... Ой, Маргаритки. Начитаюсь, блин, и потом у самой паника. Калы. Цветет персик, Карло говорит. Я не знаю. Нарцизики у него. Тоже, видите, кошечкам. Это самое красивое. У него здесь солнце есть. Поэтому, если бы у меня вот этот мой, моя земля, ну, я имею в виду за моим домом, я бы тут насажала. У него просто здесь солнца хватает. Нарцизики. Какие-то синенькие цветочки у него еще. Каждый год вылазят. Мне девочка писала, говорит, Марина, вы их пообламываете, которые упали, домой. Но у меня пока дома есть что стоять. Может быть, потом обломаю. Хотя, с другой стороны, ну пусть уже тут будут. Я понимаю, что, конечно, по сравнению там, где у мужчины не симпатично смотрится. Ну что ты здесь делаешь? Ничего. У меня, кстати, упала прищепка сегодня. Я белье снимала. Было здесь симпатично. Одна, два, три. Анция, моя упала. Так. А вот эту кучу мы с Кумой сюда собрали, видите? Ее прибило немножко. Ну вот так вот, что я могу сделать. Так. Отношу эту сумку домой. И приду здесь в мой магазин рядом. Кошка, кстати, потерялась, я видела. Ага. С ремешочком. Может, найдут. А может, на улице ходила и не вернулась. А сейчас, если она не кастрированная, может, она загуляла. Хорошо, на улице еще если мысли были заберные в голову, было вообще замечательно. Я аж побледнела как-то. Пацаны играют. Здесь площадку сделали, там и качели, и все. А там, около которой, я вот которую прохожу все время, площадку, там и собак выгуливают. Ну, тут тоже будут собак, наверное, выгуливать. Может быть, ее отгородили сеткой, не знаю, не ходила, не смотрела. А, которая вот здесь, площадка, она неудобная. Там прям горка стояла, и ребенок хочет проехаться, она раскаленная на солнце, теплая. Да, конечно, не дала я своим малым счастливого детства, которое мне хотел, возможно, для них, не зная другого детства, возможно, для них это счастливое было, смотря на то, что как... Ну, на какой ситуации я находилась. Вот. Но я знаю, как другие делают счастье для своих детей, наверное. Ну ладно. Будем надеяться, что на внука, на внучат. Так что я даже не знаю вообще, за что браться. Я представляю людей, у которых квартиры выкуплены. Или которые вложили в недостройки. Ну, в новостройки, я хотела сказать. Я представляю, все-таки в этой ситуации, у кого есть недвижимость, общепит, вот эти вот рестораны, они, наверное, в самом выигрыше. Которые занимаются детской одеждой, обувью, памперсами, прокладками, тампонами. Наверное, будут самые выигрышные ситуации. Ага. Слушай, картошка наелась. Так, огурцы, Марина, не забудь. У всех музыка, у молодых возвращаются с работы. У всех музыка. По поводу Портоса. У Портоса отключили свет. Сделал точно так же, как хотел, как со мной сделал в одно время. Помните, мне приходило все время, звонили адвокаты, что я там должна 700 евро за неуплаченный свет. Как сделал Портос, кто не в курсе. Я была на одном абонементе. Света. Ну, абонемент свет, как он. Вот. Он. Мы не заплатили. Мы не заплатили, хотя договор ходило, что он приходит ко мне жить, и он платит, да, там свет, газ, квартплату, все такое. Ну. И сколько маргариток, девчонки. И он тогда как сделал? Он с моего контракта ушел. Сделал, допустим, там на свое имя контракт. И тот мне не сказал, что надо заплатить. В общем, так можно было. В этот раз как получилось? Он месяц не заплатил, 2 месяца не заплатил, там 3 месяца не заплатил. Хотя я удивилась, что так 3 корешка у него не заплачены. Вот эти вот деревья все были
выдраты и посажены по-новому, потому что от старых трескался уже асфальт. И поэтому посадили новые, кто помнит. Говорит, прыгает со второго на первое. Да прям там. Ему сначала снизили, сделали ниже потенцию, как это сказать, ниже, который... То есть не мог включить уже там машинку стиральную, не мог включить, там еще что-то. И, в общем, в конце включили. Он что сделал? С одного оператора ушел, пошел на другой. А теперь сделали по-новому. Все, пока ты на старом операторе не заплатишь, новый тебя не подключит. Опа! И все. Ему там 400 с чем-то надо, до 4, по-моему, евро. Где моя маска? Пришлось заплатить за свет. Видите, ничего не меняется. Это я к чему? Это я к тому, что, помните, вот я рассказывала, и мне не верили. Да, вот так вот он и со мной сделал. И за интернет со мной он так сделал. Это я сейчас не обсираю, констатирую факт, что тоже перешел, сделал на меня контракт. Потом те не приехали там через 10 дней. Он сделал на свое имя. На мое имя запрос. Он мне удалил. Мы ни разу не были подключены к той сети. И все. И потом тебя долбают, что тебе надо это заплатить. Вот так вот. А сейчас сделали по-другому. Вот, цветочки красивые. И такие тоже покупала цветочки. Кактусики. Интересно, у Софии кактус зацветет или нет? Она, два, три. Мандарины есть. Самый вкусный салат. Лимоны доедаем. Брокколи есть. Полки. На полках все есть. Печенье все есть. Молоко есть. Это мой магазин, который с моим домом. Дико называется, или Дипью. Масло есть. Сыр мне не надо. Колбаса есть. Здесь я ничего не покупаю. Мясо все есть. Просили салат. Оливьешку просили дети. Йогурты все есть, сыр есть. О, я бы сестре с удовольствием купила и передала бы. Соль есть, сахара сколько хочешь. Яйца есть. Да, яйца не хочу тащить сейчас. Вот, есть фарина, мука огромными стоит. Разная она. Видите, разные типы муки. Вот, 4,39 цена на нее. 4,39. Есть мука. А для пиццы по 1 евро есть мука. Все есть. Хлеб тоже есть. Масло, масло, масло. Масло есть. Кукурузное есть масло. Вот подсолнечное по 2,89. Сколько оно стоило раньше, я не знаю. Две дается. Написано, что масло с... Как оно называется? С семечками. Две в руки дается. Все остальное есть. Кукурузное есть. Оливковое есть. А что это такое? Что это такое? Не знаю. Какие-то пупырышки. По 4,49. Сколько оно стоило раньше, сказать не могу, я не помню. То есть я беру и все. То есть я беру, брала всегда самое дешевое и уходила. То есть. Ну что, взять? Масло пусть стоит. Блядь, тащить сейчас в руках. Дают две на одного. Так, а ну-ка. Тонна. Кстати, у меня есть упаковочка дома такого тонна. А вот здесь каких-то консервов нет, видите? С мукой. У меня мука есть, вот такая вот... Вот такая вот маленькая у меня есть, но я не помню, какая мука. Для блинов нормально. Ну вот, смотрите. Это для хлеба. Ну что, блядь, тащите эти 5 килограмм муки на шон. Я ж не делаю, блядь, не знаю. Я не делаю. Ну что, мне лепешки делать, блины мне там хватит. Девочки, я не знаю, что это. Если бы машина была. Масло взяла, поскольку оно. Все, масло взяла, хоть стоит масло на всякий случай. Здесь картошка, если я не тащу с собой, я беру с собой огурцы и помидоры. Огурцы у нас. 2,25.
Помидоры у нас 2,75, 2,95. Помидоры не подорожали. Цена такая же осталась, по-моему. Майонез. Есть все полки полные. Все есть. Там огурчиков, я смотрю, у кого-то это. Все, девчонки. Блядь, зачем я взяла это масло подсолнечное? Я ничего не делаю на нем. Пасти? Давай. Браво. Браво. Так, поехали в этот раздел. Тоже все есть. Прокладки есть. А нет, маленьких прокладок мало. Ну, я с этого магазина прокладками не пользуюсь, они неудобные. Они большие. Паста зубная есть, краска есть. Да все есть так, паста, смотрим, паста. Еще по 99 копеек. Вот такую пасту большую мне надо отправить в Украину родителям и, ну, родственникам. И автобусы сейчас не ходят. Только гуманитарка доезжает до границы, они там выгружают и уезжают опять. Все есть. Ну, вот здесь какую-то разобрали. Без паники. По рублю есть. Спагетти, вон, по рублю. Почему написано «Сальва пер эспеза»? Почему «Сальва эспеза»? А, ну так давай, проходи. Нет, здесь полное все. По рублю все есть. По 40 копеек, может быть, разбирали. Где-то, ну, в каких-то магазинах. По рублю все постановим. Риза, вон, сколько. Это у меня все есть. Боже, как хорошо, когда у тебя все есть. Вермишель мою больше не завозят от этого быстрого. А нет, вот она. Что, завозят? А какие там вкусы остались? О, это только ты одна осталась из пола. Ну ладно, мы возьмем вот так вот. Ну, я даже не видела. Разбирают это, которая с пола, с которой с курицей, разбирают сразу. Моментально. Так, туалетная бумага надо доделывать. Маленьких пакетов нету. Бляха, муха, они такие дорогущие. 15 пакетов, блин. 15 пакетов рубль. Насколько? Мне нужны маленькие-маленькие. Насколько это маленькие, не знаю, это. Я же это как-то разделываю. Девочки, не о том думаю. Разделываю этот. Вы поняли. Скажите мне. Вот это можно взять одну. Мне кажется, в коридоре закончилось. Поменять. Так, еда кошакам. Еда кошакам. Беру сразу две, даже если будет тяжело нести. Беру сразу две, потому что, ну, его нафиг не поймешь, что и как. Они у меня прекрасно едят. И прям у меня, когда кума была, говорит, как можно, говорит, одну баночку на всех давать. Так они еще не доедали. А сейчас вообще так едят. Прям несколько банок за день уходит. Кстати, у меня есть морожка в холодильнике, и мне надо разморозить холодильник. Вот, между прочим, надо этим заняться, потому что Карл не закрыл у меня морозилку, он так захлапывает. Так у него, хотя свет отключили, я представляю, сейчас у него холодильник разморозился, сейчас, наверное, опять наморозится. И мне надо, он мне наморозил холодильник. Ну, чего-то нет, чего-то есть. Я люблю вот, брать макарошки и вот такие вот сарделечки брать. Ну, сейчас ничего брать не буду, если что, завтра выбегу. На утро, прям там, если на утро, раньше я перекусы не делала, у меня было 16 на 16, это, бля, девки вообще нет, он, думаю, мальчик, мужчин. Интервалка была. Сейчас иногда тортик могу отрезать. Он есть, поэтому брать не буду. У меня просто в сумке и так уже будет тяжело с этим маслом все тащиться все. Так, ну все, здесь вода. Вода вся есть. И венцо. Можно взять, кстати, венцо. Я, кстати, давно венцо не пила. Из вин все есть. Ну, там какую-то поразбирали дешевую спуманту, поразбирали. Видите, вот дешевую спуманту, которая по 2,29. Ее поразбирали. Или что-то там было такое, я не знаю. Просека, что там было. Вот, что-то поразбирали. А так, вот такое, вот видите, тоже сколько много поразбирали. Но я газовое такое не ем. У нас и так уже газы в организме. Еще туда газов накидать вообще. Лимончелло стоит по 8 рублей. Бери, не хочу.
Вроде все есть. Вот это мне нравится, наливочка. Передавала, даже моей маме понравилось. У меня мама не пьющая вообще. Вино, как было, по 5 рублей здоровые банки стоят, так они стоят. Магазин их закупают, а ресторанные. И в ресторане вам продают, знаете, итальянское вино. Все, что еще надо? А это столовая, на котором готовят. Все есть, девчонки, все. Ну, какое-то вот, что это, видите, было со скидкой. А Турбан, кстати, неплохое вино, хорошее. Видите, его нет, разобрали. Так, ладно. Так, Омск, переключаемся. Что купила, сейчас покажу. О, хотя вода есть. Из-под крана выпила. Надо было кока-колу взять. Фу, состояние не стояние. В одном магазине я взяла мандарины, эти самые, липсом классический. Ой, сгущеночка. И взяла здесь груши. Так, это мне надо сейчас помыть и бросить в стирку. А груши, чтобы стояли. Вот, прибежали. Сейчас я кошаков накормлю. Я взяла пару штук. Сколько здесь у меня? 5 штучек. Вот такие красные. Они твердые. Но они у меня долго лежат, потом нормально. Подождите, котов покормлю. Я брала 2 упаковки. Моменты вообще не хотят есть. То есть даешь, и действительно, вот одна там на целый день там хватало, да? То есть не хотелось им. А сейчас, наверное, как-то жирок тоже завязываю себе. Я не включаю, говорю, батареи, не включаю уже, наверное, недели полторы. Мерзлячка, не люблю, когда. Люблю, когда тепло. Так. Сюда все налетайте. Так, дальше. Так, дальше. Огурцы. Сейчас я сюда с помидорами. А помидоры? А, не буду, я на кассе забыла. Помидоры. Я спросила за масло. Кстати, после меня стоял мужчина. У него было 2 огромных разных муки. И 2 масла он вез. У него дети. Понятное дело, что для них, наверное, несколько раз на день покупают, чтобы, ну, не знаю, что это, чтобы... Я не хочу паники поддаваться, мне нафиг, может, надо эту муку купить, не знаю, надо у сестры спросить. В принципе, я блины делаю, но не так, что прям... Это так, все это сделалось. Это сейчас уберется в бумагу. Масло взяла 2. Подсолнечное спросила на кассе, говорю, типа, за масло ему. Говорю, а насколько подорожало? Он, по-моему, сказал на 10 копеек. Он сказал, что стоило 2... Типа 60 стоит сейчас, 2,72. Ну, в общем, короче, 10-12 копеек подорожало масло. Зачем, не знаю, ну тогда уже сейчас убирать не буду, оставлю здесь. Уже завтра тогда залезу в скамейку, там в скамейке все нормально уберу, потому что, ну, у меня там убрано, но все равно по складу посчитаю, что там у меня есть, чего нет. 2 своих вермишели брала, любимые. И брала свой салат. Все. Чуть-чуть не набирала, и в том магазине я взяла... А я ему говорю, слушай, я говорю, была в копе, я говорю, в копе, говорю, нету этого, говорю, муки там какого-то сорта. А он говорит, я вчера был в магазине Lidl, тот, который на кассе, что он там делал в Lidl, я не знаю. Говорит, я был в магазине Lidl, говорит, там не было мяса. Говорит, мясо, это вообще все пустое. Вот такой вот он, видите, тут цветочки будут. Но кто помнит, у меня такие были. Не опали здесь цветочки. И один вот такой вот я купила. На подоконник поставили, девочка написала, по-моему, в прямой трансляции. Говорит, Марин, я тоже цветы стала. Это. У меня у сестры такая красивая коллекция была кактусов. Сейчас немножко полью. Чуть-чуть совсем. Сюда немножко. И сюда немножко. Пересаживать не буду ничего, наверное. Хотя у меня очень было такие 3 штуки. Видите, как здесь тоже они расцветут. На подоконнике поставлю. Есть у меня вот эти чашечки. Одну у меня София забрала, чашку синенькую. Вот так. А туда не знаю. В общем, разберусь. Так, убираю апельсины. Один апельсин себе оставляю на вечер, другие туда. Кушайте, давайте, кушайте. Сейчас я это все постираю. У меня здесь осталось половина этих. Грушка одна осталась. Лимоны плохие, но долежались лимоны. Надо тоже лимоны доедать. Сейчас я внесу в пластику. Видите, грушка долежалась, и то она такая еще можно было, чтобы лежала. Я туда сейчас ее с грушами.
Я фрукты ем, Саша вообще фрукты. Маленькие были, все кушали, сейчас потом хочется. Долеживает. Ладно, все, девочки, мальчики, мужчины. А, и пакеты я взяла. И пакеты мне для органики нужны. Зря, конечно, я не пошла на ногти вчера, сегодня. Ну, у меня и тампона не было. Там надо тампон было сдавать. Тест надо было сдавать в нос. Не знаю, спрошу у девчонок. Позвоню завтра девочкам нашим. Может, кто-то домой придет. Дома сделаю. Так, это все я уношу. Это все сюда выбрасываем. Вообще, жизнь прекрасная, удивительно. Жизнь только начинается. Будем говорить так. Как бы это ни звучало грубо в данной ситуации, будем говорить, что жизнь только начинается, потому что мы все жизнь, многие из нас переоценили. И все остальное. Поэтому не знаю, вот в магазин заходишь, девчонки, мальчики. Сгущенка именно того, чего не хватало. Вот требует организм. У меня есть там ковшечек мамин пересадить цветочек. Вот этот вот. Ладно, потом уже достану, покажу. Все, девочки, мальчики, мужчины, ну пасарам. Жизнь прекрасна, удивительно. До завтра. Не унываем. Вот тут появились морщины и появились очень глубокие.